находимся мы сейчас в Пинке, это в 5 километрах от Риги, где мы установили нашу горелку Фероли в котел, которому 10 лет, название, к сожалению, не знаем. Может, Росса, может, еще какой-то. Турецкий. Турецкий, да. Вот. И получается, что здесь хозяин захотел бочку, чтобы было подешевле, оформили все в кредит, так что обращайтесь. Человек думал, хозяин 6 лет. А так, в принципе, все красиво. За 4 часа мы это все делаем.